В Тюменскую полицию поступил ряд заявлений о совершении разбоев на территории города. Во всех эпизодах неизвестный действовал по одинаковой схеме. Заходил в офис организации, занимавшейся выдачей микрозаймов, в одном случае в продуктовый магазин, и, угрожая ножом сотрудникам, забирал имевшуюся в кассе наличность. Оперуполномоченные а уголовного розыска провели комплекс необходимых мероприятий, установили личность подозреваемого, безработного местного жителя 1971 года рождения и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что все действия тщательно планировал и выбирал офисы, в которых, по его мнению, хранилось большое количество наличности. Затем приходил в организацию под видом клиента, запоминал, где находится касса и сколько в помещении сотрудников, а также продумывал пути отхода. Деньги он тратил на личные нужды, покупал продукты питания, алкоголь и одежду. Когда наличность заканчивалась, шел на новое преступление. Ограбив несколько раз микрокредитные организации, он решил напасть на продуктовый магазин, так как посчитал, что сможет украсть более существенную сумму, однако в кассе оказалось немногим более 2000 рублей. Суммарный ущерб от действий злоумышленника по предварительным данным составил около 100 тысяч. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления разбой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.